Всем привет! Такой наш завтрак, вы все видели. Все на вес, все взвешивается по граммам. И в принципе, как вы видите, уже меню неплохое. Вкусненькая яичница с лавашом, с фаршем и салатик с оливковым маслом. Вот так вот. Всем приятного аппетита! Готовлю, ребят, уже второй завтрак. Это будет у нас типа десерта здесь. Но все же у меня двойная порция на двоих с Викой. Значит, здесь чайная ложка меда, 100 мл кефира, одно яйцо и цедра апельсина. Но это еще не все. Смотрите, ребят, я еще добавила сюда в это тесто, так называемое, будет, которое будет выпекаться, чайную ложку разрыхлителя. И надо еще 40 грамм муки, только муки не обычной, а я перебиваю на блендере овсянку, овсяные хлопья. И потом это все мы будем выпекать. Я сейчас это введу сюда, так называемую муку, и в духовочку. Дальше буду делать крем. Это будет только пирог, как бы такой коржик. Так, у меня уже готов так называемый крем. Он вот такой вот получился. Когда выпечется вот это вот тесто, достаточно такое жидкое. Ну, не очень густое. Значит, крем у нас здесь 40 грамм этого творога. Капля лимонного сока, капля ванильки, чайная ложка меда. Напоминаю, это двойные порции. Все. Я все говорю в двойных порциях. Все, духовка у меня разогревается на 180 градусов. Сейчас смазываю эту форму, я в этой буду выпекать, оливковым маслом. И все, и выливаю на 25 минут на 180 градусов в духовку выпекать. Вот такой вот коржик у меня получился. Ой, мягенький такой, интересный. Все, сейчас выложу его на тарелочку. И сверху разделю на две части. И сверху смажу вот этим кремиком. Все, у Вики сейчас консультация. Сейчас она закончит и будет у нас второй завтрак уже. Вот такой вот у нас второй завтрак уже с кремиком. Такой мягкий, воздушный вообще. Сейчас попробую. Горячий. Ой, вкусно! Ребята... Оказывается, можно все-таки десерты готовить диетические. Все, жду Вику, как раз немножко подостынет и будем завтракать. Потому что уже скоро обед готовить надо. Я уже свой съела, Вика еще у нее консультация. Вы знаете, ребят, очень вкусно. Я забыла сказать название. Это называется десерт, этот второй наш завтрак. Апельсиновый капкейк. По-моему, так, если не ошибаюсь. Ребят, у меня уже обед варится. Это овощной суп. Здесь лук зеленый варится в воде. Фарш куриный 160 грамм. Это двойная порция на двоих. 160 грамм куриного фарша. Фрикадельки я таки покрутила. 15 минут варится. Потом закидываю овощи. И овощей 100 грамм. О, 200 грамм, но я меньше, я где-то 150 кидаю грамм, потому что будут одни овощи. И либо рис нешлифованный, либо булгур, ну, любую такую кашу, 2 столовые ложки крупы, в общем. Это двойная порция. Это все сварится до готовности. Сейчас минут 15 поварится фрикадельки. Закидываю вот это. Рис, когда будет готов, кидаю еще, сейчас скажу, сколько... сметаны. Так, одну чайную ложку сметаны, то бишь в моем случае 2 чайные ложки на двоих. Сметаны, 5 минут кипит, и супчик готов. Покажу вам по готовности уже. Вот такой у нас супчик получился с Викой. Приятного аппетита. На вкус вкусный вроде, я пробовала. Такой сливочный. А, сейчас еще покажу вам, Вика мне скачала приложение. Вот такое вот. Ну, может, кто-то его и многие знают.
Здесь дневной день моей... Дневная норма в жидкости, которую я должна выпить, воды, в частности. Вот смотрите, 2 часа дня я уже выпила только 36% вот по коленку. То есть тут вводится вес, рост, и моя норма воды очень дофигища, 2 литра 620 миллилитров, то есть больше чем 2,5 литра я должна выпить. Вот здесь я ввожу, например, выпила 100 грамм, вот ввела, что я выпила, 150 выпила, то есть я по стаканам пью, добавляю, и очень удобно, мне нравится наш перекус с Викой. Сейчас, ты занята? Да. Но уже это... Боже, девочки играют, называется. Фух, фух. Боже, сколько эмоций. Так, это Назара. У Назара только закончился онлайн-урок. Вы истерички, блин. Ужас. Это Назар. Назар! Ага, я сама испугалась. Иди. Мам, много не надо, то оно очень соленое будет. Так я ж сметану, а не майонез. И что? Так, где мой перекус? Вот. Вот так. Ребят, готовлю уже ужин. Да я уже заколотила, сейчас буду обжаривать на... оливковом масле, чуть-чуть смазывать сковородку. Значит, здесь у меня рыба нежирная, любых сортов нежирная, то есть можно минтай, дорада, хек, ну, в общем, 120 грамм это одна порция, у меня здесь 240 грамм. Либо тунец в собственном соку, что сейчас я использую, у меня как раз тунец. Потом лук 20-40 грамм, это двойная у меня порция, 40 грамм лука и одно яйцо. Все делаю в двойной порции. И лук зеленый, но я обычный лук не добавляла, я просто побольше зеленого накрошила. Вот, и 2 чайные ложки сметаны. Одно яйцо я сказала. Кстати, во всем, что я готовлю сегодня, я никуда не добавляю соль вообще, без, ну, не солю. Максимум это приправы всякие, всевозможные, там травы какие-нибудь, ну вот такое вот, немножко приправы можно. Хотя говорят, если совсем не тяжело кушать без соли, то можно чуть-чуть присолить, как бы разрешено, но... Все, что я сегодня готовила, пока, в принципе, можно и так, ну, вкусно и так, без соли. Поэтому я и не солила. Все, достаю сковородочку, сейчас буду обжаривать. А также параллельно готовить салат. Салат будет из молодой капусты, огурец и чайная ложка оливкового масла. Ну, в нашем случае 2 чайные ложки. Он же потом на шавашку поехал. Надо. Ну, с утра был на обычной работе, а сейчас на шабашке. Так, вот такой вот у нас ужин. Ну, чего-то я, короче, сделала не так. У нас порции меньше 250 грамм, поэтому мы еще можем съесть так яблоко. Так, надо было добавить 2 яйца. Добавила я. Туда яйца? Да. Вот, и ой, салат. Это... Надо одно, а я 2 кинула. Надо половинку. Ну, на двоих одно. Ну, да. Понял? А я 2 кинула, я еще добавила. И какие-то они, видишь, у меня жидкие были и пожарились безобразно. Ну, должны быть вкусно. Ну, и вот такой салатик. Капуста, огурец, и я тут помидор докрошила тоже. 100 грамм салата, и по идее должно быть 250 грамм этого. Ну, у нас нет, получилось. Назар распечатал нам все недели этого меню. Распечатал, скрепил, проверил вообще Назар на все руки. Да, посортировал нам все. Походу у нас есть на 4 недели этого меню ПП. Третья так, неделя самая такая. Жесткая, да. Так, это первая неделя. Первый день у нас уже прошел. Мы его заворачиваем. Вот так вот. И уже начинаем. Завтра будет второй уже день. Что-то я не могу снимать. О, получилось. Все, спасибо. Это пока откладываем.
Спасибо, мой хороший. Спасибо, в карман не положишь. Я сейчас буду идти в магазинчик и куплю тебе шоколадку. А вот это положишь. Все, ну я доволен. Ты же понимаешь, что это? Ну, я такое большое, я уже такое большое. Мамин помощничек. Да. Спасибо, сыночек. Раньше все бесплатно. Сейчас было. Идем в магазин, надо все, купить. Теперь за работу надо. А теперь за работу надо, да, что-нибудь сладенькое. Вот такие вот хитроны растут. Хитрожопые. Хитрожопые, да. Так, все, меню будет жить здесь у нас. Все. Мне через 12, я теперь мне по праздникам тоже придется что-то дарить, к сожалению. А что, раньше не надо было что-то дарить? Раньше я был мелким, денег не было. Был бедным. Бедным, бедным. Всегда что? Тебе что-то дарили. А не, я имел в виду я кому-то. А, теперь что ты типа была. Вырос уже до такого возраста, когда ты уже надо подарки дарить? Сам... Ой, ой, похвалите меня, похвалите меня. Тихо, купил, а твой подарок просто Вика взяла и стырила. Нормально. Но я все равно тебя люблю, ты умничка. Да, классно телевизор снимаешь. Я все равно тебя люблю. Не хочется, что я вообще-то не тырила. Да, она вообще-то не тырила, просто... Стырила, спрашиваю. Не, да не так, не так было. Она даже не просила, я просто сама сказала, что я, сынок, ты ведь не знал просто, а я тебе довожу до ведома, что мама... Не любит принимать ванну, набирать. Я только душ принимаю. Я не люблю лежать вот это в ванной. Та-та-та. Назар просто этого не знал. Но все равно он умничка. А Вика любит. И Назар любит. И я люблю. Ну да, вы вдвоем любите. А папа тоже душ в основном принимает тебе на будущее. Папа говорит, что он... Ну, значит, папа я знал. Папа не любит, да. Что там обрезаешь? Но я все равно очень благодарна, оценила твой подарок. Спасибо тебе огромное. Главное, внимание. А Вики, это лучший антистресс, просто уверяю вас. Поломаешь, сыночек. Вик, это... подаришь? Наушники можешь связать. А видишь, ей понравился твой подарок, носит. Ты умничка у нас, зайчик мой. Люблю тебя. Ты... Спасибо что? Тебе, что ты я такой. Так, вот и прошел наш первый день с Викой. Правильное питание. Сережка, тебя еще не видели сегодня. Всем привет. Меня особо тоже, по-моему. Вот, что вам скажу, ребята, очень даже нормально. В принципе, нормально. Единственное, конечно, привязан к дому, особо никуда не выйдешь, не пойдешь, потому что целый день толчешься, готовишь. Только завтрак первый, потом уже надо второй готовить через пару часов, потом обед. Вот тут вот после, с обеда до ужина есть такое еще время, что можно как бы оторваться от кухни. А так, в принципе, постоянно готовишь. Все, на этом все. Еще был праздник сегодня, по-моему, день... Благодарение, ну как бы спасибо, нужно всем говорить спасибо, подяки, день подяки на украинском языке, вот, поэтому я всем говорю спасибо, всех люблю, всех целую, пока-пока.